Всем привет и добро пожаловать на мой канал. Это новое видео, и сегодня оно будет из магазина Massimo Dutti. Прошлое видео с новинками вам понравилось, поэтому еще одно тоже с новинками. Появились некоторые вещи, которые мы с вами не смотрели, поэтому приятного просмотра. Надеюсь, это видео вам понравится. Начинаю с дубленок, потому что вы просили. Первая черная дубленка, элегантная, в черном практичном цвете. Прямого кроя, очень так базово смотрится, и стоит она 999 евро. В этом году все дубленки у Massimo стоят 99 евро, и мне кажется, что это немало, но дубленка на самом деле качественная, красивая и элегантная. Также я посмотрела на вот эту жилеточку, вроде бы теплая, красивый тут цвет, но она мне показалась слишком короткой. Хотелось бы что-то более... Я знаю, что сейчас всем уже надоело оверсайз, но все же эта жилетка слишком приталена, слишком маленькая. Еще одна дубленка, тоже в черном цвете, но она тоже за 999 евро, но она двухсторонняя. И мне кажется, что это более интересно, можно ее носить и так, и так. У нее есть еще и капюшон, тоже интересный такой элемент. Но она чуть короче и более спортивный такой стиль за счет этого капюшона. Смотрите, что вы любите, как вам такие дубленки. Меня что смущает, только одно, это цена. И, конечно же, лоферы, тоже в черном цвете, это уже классика. Черный бомбер такой добротный, хороший, здесь видно качество материала. И нам Massimo предлагает носить этот бомбер за 100 евро, 99-95, с темно-синим платьем, длина миди. И вы видите, здесь они сочетают классику со спортом. Белая рубашка и такой спортивный бомбер. И еще мне понравилась вот эта сумка. Очень красивый здесь цвет, такой шоколадный, плетение интересное. Форма тоже классная. Правда, нет змейки, только такая кнопка. Но сумка сама по себе очень хорошая, видно качество. И ремешок длинный. Можно носить эту сумку на плечо. И цвет тоже очень такой элегантный, очень красивый. Она не черная, она такой красивый темный шоколад. В общем, мне эта сумочка понравилась. Еще хочу показать вам такое яркое пятно в Massimo Dutti. Это такое оливковое пальто. Стоит оно 249 евро. Но для Massimo это такой яркий цвет, скажем так. Так как у них больше доминирует черный цвет, белый, бежевый, такие более спокойные классические цвета. Еще лоферы, джинсы, еще такой бомбер. Такие разные курточки, вы знаете, что у Massimo Dutti их много-много таких моделей. Ну, а мы давайте посмотрим дальше, какие свитерочки на зиму есть. Красивый, хороший трикотаж. Вот такой свитерочек. Он стоит 89,95, но мне показалось, я когда смотрела, просто что он такой грубый, но нет, оказался на ощупь такой мягкий, очень приятный. Красивый тоже цвет, и пальто рядом висит в таком красивом цвете. Есть свитерочки тоже в таких цветах. И появился такой более шоколадный цвет. Немного отдает в оранжевый, в терракоту, что ли. Разные костюмчики есть еще у Massimo. Мне понравилась вот эта жилетка с юбкой. Тоже здесь красивый цвет. И посмотрите, как они красиво сочетают с этой паутинкой, свитерочком. Тоже смотрится очень элегантно. И вот эти сочетания цветов более теплый, более светлый, немножко такой потемнее. Много новинок, много трикотажа в Massimo, но такого, чтобы что-то интересного, прям вау, не так уж много. Все очень в стиле в Massimo Dutti, стиль более классический. Есть свитерочки, конечно же, более теплые, но, если честно, для Майорки
слишком тепло, но мне понравился и приглянулся вот этот свитерочек, необычный. Это, конечно же, Massimo Dutti Studio. Это сразу видно, стоит он 129 евро. И он уже такой необычный, здесь красивое сочетание цветов. И этот шоколадный, который у них есть везде, белый и черный, естественно, и такой более лиловый. Так как это свитерочек Massimo Dutti Studio, конечно же, этот уголок весь принадлежит этой линейке. И здесь еще есть вот такой яркий свитер, оранжевый прям. И он тоже стоит 129 евро, более теплый. Такой свитерок в Пальме, вообще на Майорке, можно носить просто без верхней одежды. Мне также понравилось здесь еще одна куртка, тоже в черном цвете, красивая, хорошая кожа, прям видно, она блестит. Это такая косуха, очень добротная, очень красивая, сделана под косуху бомбер. Она интересная на самом деле, и качество кожи тоже очень хорошее. Вообще в Massimo Dutti кожаные вещи очень классные, и мне сегодня приглянулся еще один бомбер из кожи. Я вам показывала в прошлых видео, что мне понравился такой бомбер кожаный в черном цвете, стеганый, а сегодня покажу тот, который мне понравился бомбер. Ну а пока посмотрите на эти элегантные босоножки, прямо такие на Новый год, каблучок аккуратный, удобный, бантик такой элегантный. Ну если вы такое не любите, то тоже нарядные балетки предлагает нам Massimo, тоже очень нарядные. И вернулась я посмотреть на этот свитерок еще раз, развернула его. Очень, видите, он тоненький, но теплый, потому что здесь есть шерсть и кашемир. Интересная модель свитерочка, это что-то необычное. У меня просто уже есть простые, обычные, качественные свитерочки из кашемира, однотонные, без ничего, а иногда хочется вот что-то такое интересное, как этот свитерок. Здесь и рукава красиво украшены, и правый рукав, и левый. И красивое сочетание цветов, мне все они нравятся, поэтому этот свитерочек мне приглянулся. Он очень красивый, посмотрим, сколько он будет стоить со скидкой. И я вам говорила вот про этот бомбер в отличном, красивом, достойном коричневом цвете. Эта кожа тоже хорошая, очень мне понравился этот бомбер. И есть такая же модель в черном цвете. И в конце я показываю вам еще одну юбку. Ее сочетали так тоже интересно. Серая юбка, белая рубашка. Интересный образ из Massimo Dutti. Я надеюсь, вам это видео понравилось. И увидимся с вами скоро. До новых встреч. Пока-пока.